Добрый день, с вами Алексей Шумилков, грузовые прицепы, рассмотрим полуприцеп Тонар сортиментовоз трехосный. 6 пар коников, коники у него разборные, состоят также из основания и стоек. Полуприцеп трехосный, оси у него барабанные, стандартные для крепления груза это ремни с той стороны и утяжки симметричные ему. Рама на полуприцепе проварена роботом, что очень надежно. На полуприцепе установлена резина 385 на 65 R22,5, стандартная резина. Оси 9-тонные, подвеска многорычажная, производство Тонар. Видим корзину для запасного колеса. Это корзина по два запасных колеса, она на всех полуприцепах идет. Уже колесо запасное полуприцепа лежит здесь. Пневмосистема установлена лапка. Две опорные ноги, которые удерживают непосредственно нагрузку 28 тонн. Цельный передний щит выполнен с усилителями. Первая ось, она подъемная в автомате. Подвеска многорычажная, все элементы подвески также сварены роботом. Усиленная осевая балка круглая, 14 мм толщина стенки. Она усиленная и сделана, выдавлена непосредственно в цельном виде, из, ну, то есть под прессом, на горячую. Подушки с остальным стаканом, это усиленный вариант как раз для лесников. Сами элементы, они выполнены как на коробе, вариант именно на коробе, и, то есть необслуженный вариант. Долгоиграющий, необслуженный вариант. Пластиковые крылья парлок. Коники, они все на полуприцепе выполнены в болтовом исполнении. Их можно передвигать. Передвигать и в случае повреждения, а также можно заказать отдельно нижнее основание, отдельно стойки, отдельно, ну, все элементы крепления можно отдельно заказать. Ящик инструментальный. Пол в виде фанерного настила. Стандартное решение, стандартный полуприцеп сортиментовоз. Трехосный. С вами Алексей Шумилков, грузовые прицепы.